Алексей Кириллович Картунов. Родился 15 марта 1907 года в городе Новочеркасск. Участник Великой Отечественной войны. Командир 629-го стрелкового полка. Полковник. Герой Советского Союза. Сразу после начала Великой Отечественной войны подал рапорт о направлении в действующую армию, но ввиду отсутствия военного образования был направлен на военные инженерные курсы. С 1942 года на фронте начальник инженерной службы 134-й стрелковой дивизии в марте 1943 года стал командиром полка. Отличился в белорусской наступательной операции.